что вообще приезжают такие люди к нам. Как бы не каждый день они приезжают к нам. И приезжают с таким большим концертом не только для себя, но и для нас. И интересно слушать их песни, как они поют, и вообще они большие молодцы. «День Победы», «Катюша», «Землянка». Песни военных лет современные ребята знают не хуже тех, кто напевал их 70 лет назад, в перерывах между обстрелами. Хотя сейчас на смену им приходят новые, не столько о самих героях, сколько о потомках, которые их помнят. Это как память, напоминание о наших прадедах и дедах, как они отдавали жизнь за нас. Современные песни о войне – дань памяти ветеранам. Они как будто мостик через поколение. Дети хорошо понимают, откуда эти слезы в глазах стариков. Это им очень больно все вспоминать, они это все пережили, им было очень сложно. Там и голод, и холод, а сейчас там большинство же к ним их не ценит, некоторые люди, допустим, это очень обидно, они за нас воевали. Отдача от нас будет, верно, ребят? Да. Вырастим достойными жителями нашего города, гражданами нашей страны, патриотами своей страны. Проводим ребят в армию, чтобы отслужили достойно, получим хорошие профессии. Дальше будет любовь, семья, дети, и мы никогда не потеряемся. Не потеряться не только из поля зрения бывших воспитателей, не потерять ориентиры в жизни. Для этого в буднях воспитанников детского дома и появляются те, кто никогда не изменит своего отношения к родине, что бы ни происходило в мире. Инесса Панченко, Алексей Золотенков. События.